Часть 2. Фу, малая. Фу. Тупой дурак. Кто тупой дурак? Этот розовый упырь тупой дурак, но это факт. Так, ладно, все, давай. Так, уж уйди, малая, прекрати, блин. Да прекрати жрать. Так, антиквариант. Хард свой. Какой-то Deo Force там, блядь, что-то людей валит наших. Не гуд. Deos, нас как бы здесь много на сервере, 8 человек. Не стоит так опрометчиво нападать на людей. Special cargo ready for collection. Go get it. Люди не поймут. Все, Лин, полетели. Ербис, ты ничего не чувствуешь? Нет. Игра начинает подлагивать. Что-то не то. Да не, нормально все. Вот код у меня точно портится. Нет, вот определенно, вот что-то все. Кто-то зашел и начинается. О, да, смотри, хард начал лагать. О, мопсик, привет. А я не лагаю. Я, кстати, не лагаю, не видно? По моей да, точке. Хард, ты лагаешь, мы видели. Пролагал дико вообще. Да, причем конкретно пролагал, на видосе потом посмотришь. О, за мопсика. Так, мопсик вот этот вот 0248 свой, так что случайно его не вольните. Не, хард, вчера ты тоже лагал. Может быть, не да, new интернет? Может быть. О, прям как во Вьетнаме, блядь, а? Малая, ну что ты хочешь, что ты хочешь? Нельзя лицо есть, блядь, почему ты ешь лицо? О! А, понял, давай меня перед ним выбрасывай, я его... А, сейчас. Блядь, я вот навожусь на хуй... нахуя? А кошка жрет мою руку, которая, блядь, нажимает на спусковой крючок. Нормально. Да вообще, блядь, все, но я его четко снял, все равно, видишь, не мержает. Да, красивенько получил. Хули, скилл, блядь. Даже когда кошка жрет мою руку, это не мешает мне убивать врагов. Сейчас. У меня тут полиция. Не знаю, полиция, ты давай там взлетай, что ли, блядь. Тут какие-то пидоры за мной. Вали их нахуй, блядь. Сейчас больно будет, это корыто вообще нихуя не едет. О, спасибо. Мы едем далекие края. Летим какую-то хуйню, блядь. Сука, чуть не убили хуям. Да, ковер ми. Ковром прикрывай меня. Ковром. Куда ты едешь, Black Silver? Нас уже тут всех убили. Владикс. С кем ты хочешь пострелять? Скажи просто народу, пошли на пляж, постреляемся. Тебе и обеспечу стрельбу по полной программе. Чё ты? Блядь! Чё-то я вообще пиздец. 44, go PvP. Вон, видишь, что тебе хард пишет, 44-й. Иди с ним PvP на пляж, один на один. Честно, без самоубийств, блядь, без глушарка. По чесноку, блядь. До 34. Кто первый 34 набрал, того и тапки. Somebody has. Чё значит has слово? Хуй его знает. Somebody кто-нибудь. Иметь. Хайст это ограбление. А. Кто-то хочет пройти ограбление. Sorry, Redix. No heist. Так, кот, прекрати жрать все, блядь. Слышь, Блэк, я не могу тебя кинуть, пока ты это другой организации. Блин, опасен, не мешай. Так, кот тоже не. Да что вы все сегодня... Поехали, Евген, на дуэль посмотрим. Я вот так... Чё, где пацаны, на пляжу, да? Да, на пляжу. Погнали. Хватит клавиатуру жрать, малая. Это клавиатура, блядь, за 2400, ёбаный в рот.
Ха-ха, за 2400, она хоть с подсветкой? Малая, прекращай. Ой. Она еще и механическая. Да. Это B102, 120 А4000 я купил. С подсветкой красной. Она с подсветкой? Да, красной подсветкой. Ну, простая такая, вот, более-менее. Только красная, да? Да, красная просветка такая простая, не яркая. Но ночью видно прикольно. Удобно печатать, если, допустим, свет выключить. Окей, гляну. Спасибо. B120. А сколько уровней яркости? Нет, один всего у нас. Это простая клавиатура. Да. B120. А мультимедиа клавиши? Ну да, можно сделать клавиши макросовые. B120, она простая. Ну посмотри, А4 Touch B120. Окей. Блядь, это корыто вообще не едет вверх. Я хотел пешком идти, да? Просто. Хотел пешком, это вообще корыто просто не едет. Вообще никуда не едет, да ёлки-палки. Малая, что ж ты под меня залезла и... Лицо-то зачем жрать? Чё, по острюшке да, будут? Да, я понял. А где твой микро-то, я не понял? Сломал, что ли, опять? Нет, его сожрали, у меня теперь новый микрофон. Давайте. У меня микрофон сожрали, у меня теперь новый микрофон. Я, кстати, прикольную штуку придумал, чтобы вот этого ППП не было. О, Кирилл Карнер. Я опасному говорю. А, понял. Кирилл Карнер, привет. Кирилл Карнер тоже свой. Удобно просто сейчас. О, Purple тоже привет. О, да мы все тут как бы собираемся. Как хорошо, что мы все сегодня собрались. Так, хватит портить вертолет. Все, полетели в офис. Все, давай, гоу, мотафака, гоу. Там сейчас стрелять, пошли, посмотрим. Ой, а че нас только двое, блядь, в банде? Я что-то не понял. Я так. Кинул тебя, слышь? Свяборг, тебя да, добавить, вот что ли, в игру? А. Световое шоу просто. Это да, точно не Звездные войны, а? Не. А, все, я понял, тогда за Свяборгом. Так, слышь, что, нам бы третьего а человека нельзя, в банду, да? А? Так, нельзя у тебя на крыше зайти? Можно. Вот. Почему нельзя? Отличненько. Принц, давай меня приглашай. Кого тебе? Еще раз. Кого пригласить, я не понял. Ник не вижу. Блять. Старый знакомый. Да тут что-то какое-то скопище. Ник... Ух ты, нифига там. 4 с... Один на этих... другой. Фрага. Да не, просто мне непонятно, кто говорит, как-то, блять. Так, Кирилл, тебя что ли приглашать? Да. Сейчас, хорошо, давай 2 секунды. Так, Кирилла. Слышь, Purple, тебя приглашать? Блять, в банду бабки возить. Да, я Владимир кинул, свой, ребят, аккуратнее, арест. Его там не вольните случайно. 13.37, который? Да, это, короче, он с этим, с Родионом, они вместе. Их не трогать, это свои. Окей. И чё, как зайти? А, во. Блять. Я зашел, а типа остальных нахуй. А, войти ну, в офис одному? Меня что, опять грузить там? Чё за... Бля, пиздец, короче. А чё, всё, что ли, пострелялись? Чё-то быстро как-то пострелялись, бля. Даже менты не успели наехать, прикинь, Ирвис. Даже менты не... Как-то охуёво. Максимум полтора человека. Я, 20к. Евген, гоу, ПВП, ну давай. Будет интересно. Давай. Кинул еще раз. Так, все, везем склад, везем бабло. Блядь, 2 минуты. Ладно, давай во второй тогда склад везем бабло. О, малая успокоилась, заснула. Да елки-палки, наконец-то. Вообще какой-то кот странный, блин. Взял с улицы. Хотели усыпить. Вообще не успокаивается, блядь, бегает, жрет всех, жрет, ест и жрет, жрет и жрет. Вон он под тобой. Ну, короче, Владимир и Родион такие хардовые игроки, так что... Родион точно хардовый чувачок. Поаккуратней.
натягивает, как это говорится. Мне кажется, или где-то вертолет нахуй в жопе какой-то. Ёб твою, блядь. Нет, давай на крышу уходи. Как? Я уже вышел на улицу, блядь. Давай, садись в вертолет, забирай меня снизу. Так, это кто? Ты кто на паузе? Братиш, ладно, не знаю, кто ты. Это свои, по-моему. А, это, ну, он сказал там, он когда давай, поймал. Так, 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 не порти вертолет. Не, ну ты, Сильвер, там сброс каким-то. Все, полетели, давай, за грузом. Летим за грузом, ля-ля, ля-ля, ля-ля. Тянул еще раз. Сейчас посмотри, Алекс, слышишь? Так, кого-то мой, ладно. Да. Purple, сколько раз тебе говорить? Это ребенок, которому 14 лет. Бля, опасно, не... Просто надо к этому понять это и привыкнуть к этому, и не париться. Давай, все, я выхожу. Понять и простить? Да. Блять, опять жру асфальт. Да что за хуйня? Ну что ж ты не можешь подождать, пока я приземлюсь? О, меня стреляют! Блять. Блять, я пока оружие выскочу, меня чуть не убили нахуй. Так, коверью, коверью. Да не, какая у него там темная сторона? Ему еще до темной стороны. Что, объявил меня, что ли? Нихуя себе, меня вальнули. Но темная сторона, типа, знаешь, кто юзает там макросы, начинает юзать макросы, играть так, честно, блядь, там вот эти, знаешь. Темная сторона сюда. Луны, блядь. Так, подожди, тут какие-то пидоры, блядь. Блядь, у меня нет РПГ. Да ладно, выжил, блядь. Давай, Лин, улетай, я взлетаю. И хера тут меня запрессовали, ебать. Думаю, такого не было. Ну, бро, молодец. Подъехал. Да, что-то у Харта хуёвый день сегодня. Ну, в принципе, Евгений серьезно играл. Не забалуешь. Ух ты, под мостом подлетел. Йоу, трюк, мазафака. Подожди, подожди, Харт. Я тебя нихуя не вижу. Купи новую алло. Видеокарту. Блять, вертолет падает, блять. Блять, вопрос. Будет 10 тысяч. 4 гиговая NVIDIA. Надо 1080 покупать. 980 Ti стоит, блять. А что тогда не видишь? Ахуя да, узнаем, я... блять. Вау, корыто падает. Прям вот йоу. На утинтурюке стоит чувак, я его не вижу. Странно. Меня видят, это бывает, это еще от монитора зависит. Попробуй поиграть с настройками. Нет, на самом деле это сделаешь, видеокарта, монитор тут ни при чем, ребят. Ну вы же прекрасно понимаете. Мне просто давай, кто-то говорил, что монитор тоже как-то. Нет, нет. Нет, монитор у тебя влияет только если ночью. И все. И то. Ким, как... давай, я за тебя болею. Давай. Какой, а что такое ГП? Что там гопота пошла. Давай, я говорю, за тебя болею. Давай, давай. Чего, Лина, блядь? Сейчас мы вертолет закажем, и все будет хорошо. Подожди, брату. Сейчас вот только минута пройдет, блядь. Ладно, слышь, мы, по-моему, быстрее так доедем за минуту. Владимир. Давай. Владимир и Родион решили подраться чутка. Все, дядя, нахуй. Поехали, садись. То кому? Поедем по-серьезному, как взрослые мужчины. На взрослой машине. А что такое ГПМ? Гопота? Гений преступного мира. А. О, слышь, что? За меня сейчас назначат награду. Я чувака убил, а он мертвый, за меня награду назначил. Охренеть, блядь. О, 5000 даже за меня назначил. А, я понял, почему. Может быть, это приглашение не ловится, потому что в пассиве. Алекс-то. Да не, я ограбление нафиг. Смысл? Слишком долго. Грузы быстрее.
Так, смотри, сессия без четырех человек, почти полная. Точнее, без шести. 20, а 30, да, ну да, да. И все свои, причем практически. Да, да, да. Чего ты дружишь? Давно такого я не видел. Какой-то ты странный друг, Дифос, блядь. Начал людей убивать. Я ж дружить хотел, блядь. Охуеть, блядь, друг. Деас Форс. Такой, друг-убийца, блядь, нахуй. Макс, не убивай, ну чё ты? Блядь. Слышь, а мы на такой тачке классно едем, блядь. Называется International, старый, бескапотный. Вообще красава, красавчик. Это который был в этом, как его, во втором Терминаторе. Ну типа того, чтобы да, как мне... раз тут, блядь, копов и баш. Владимир, Родион, один в день хард. О, Чингачгук в сети. Собственной персоной? Да, но он как-то не всегда к нам заходит, как-то странно. Бывает зайдет, бывает нет. Какой-то он, ну это друг Лакомбок в основном. Мы-то через него его добавили. Он, я так понял, в основном... Пар, подойди, не видно тебя. Ух ты. Слышишь, это Родион, стыдно, это наш игрок. Ты как-то там поаккуратнее помни. Максон, красава. Сильвер, нам с тобой потом надо будет обговорить, когда ПГМ. Не, ну ты старался, это главное. Вы хотите, чтобы я опять на мусорщиках слился, да? Потому что с понедельник по пятницу я на работе. Все на работе. Ну, надо бывает, вечерком зайду. Ну, чтобы на ПГМ как собираться-то, надо определяться с графиком. Максон, хоть ты с руками. Лучше все-таки выходные, я думаю, КПМ проходить. А то у многих уже рук нет. Потому что... Слышь, ну если реально бабла не будут давать, конечно, самое простое это либо склады, либо дела проходить, типа наркодельцы, да? Ну, либо просто тупо донатить. Да на делах долбанешься, просто поедешь на них. Ну, почему? А тогда я грузики. Так и делал 70 левелов, я же рассказывал. Мы ж как познакомились-то с Димой, да, с Алексом. 70, и мы 70 левелов били мне с 30-го, для, чтобы купить этот ебаный, блядь, шестиколесный, блядь, Гелендваген. Вот 3 недели подряд по 8-9 часов в день. Я тогда просто не работал. Вот это был реальный ад. Это мы летом проходили. А, я тогда по выходным еще, когда вот эти вот двойные РП были, тоже на шестиколеснице зарабатывал. Что-то прям меня прям так он зацепил. Хотя он мало кому нравится. Да. Я давно на нем, кстати, не катался, надо на нем покататься. Я не вижу. Давно на нем не катался, надо покататься на нем. Так, ладно, поехали за грузом. Вернее, полетели. Так, Purple тоже с нами, но Purple. А где-то в другом месте. Вау, 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 вау. Тихо, вертолет. Отлично, отлично, удержал. Ну так, хули, скилл, блядь. О, Чингачгук с нами, привет, Чингачгук. Пришел в игру. Ну-ка, а сейчас? Нет, у меня все нормально, чувак, народ. Ну, у меня мощная машина, гигабитный интернет, у меня лагать не должно. У меня только лагает, когда какие-то проблемы чисто с сервером. О, Аня в сети. Все мы сюда возвращаемся. Да. Все сюда. А ведь она из Бердов. А то Анюша, Анюша. А ведь в свое время-то из Бердов был. Бердянск? Ириска. Нет, Берд, где Сережа киллер, пидор, гнойный. Рис. Берды, да все, ладно, понял. Да как я с ней познакомился? Я так с ней познакомился, она в Бердах была. Я ее, короче, и Зирода добавил. Они оба из Бердов. Ухой! Так, какая-то засада, и за нами вертолет. Я тебя сейчас убью, блин. Не, ну ты чё там оглох? Близко. Чё? Да у нас дело, у нас тут копы, блядь, у нас проблема. У нас тут проблемки, понимаешь? Дела, ладно, делишки. Ну если ты знал, конечно. Грузовичок. Так получить этот... Либератор, чё там... русский, с русской. Кого получить? Высади меня. Этот вертолёт больше не полетит. Да-да, добивай его. Пару. Могу сказать, ну, просто так, высади, что-то, монстр.
Как монстра получить? Пускай крафтит. Так, слышь, Лин, давай тогда как-то бери машину. Блять, стоп, я их не могу убить. Так, надо... Нет, Макс, не бей. Берите машину, я I cover you. I cover you. Ладно, как Бигфут купить. Бигфут с русской краской, ты не знаешь? Всё. Воу-воу-воу, хард. Воу-воу-воу-воу-воу, да вы, братуха, воу-воу-воу-воу, да и чё там, да? Просто вообще. Да я, блядь, летаю как бог, блядь. Лети вертолет в рай. Мне кажется, я не могу попасть в вертолет. Да, он уворачивается. Сука! Так, ну чё, давайте, наверное, у себя там, кто там не за рулем, звоните Лестеру, блядь, чтобы еродивый вас освободил от копов. Я сейчас тоже Лестеру позвоню. Ну да. Не, правда, их очень много, этих пидорасов. Слушай, ребят, что значит? Все, да, отлично. Копы остались, получается, только у меня, да? Ну, ладно, я поиграю в маленькую войну под названием «Завали, сука, копскую свинью». Опа! Ух, как, блядь, прилетело, а? Неожиданно? Хули, скилл. Все нормально, едьте. Там пидоры, где пидоры, блядь? Езжай, давай. Чтоб так грузы быстро... Воу-воу-воу-воу-воу, нет, это пацаны по своим делам, какой-то Журеско, блядь, а у них свои дела. Мы их не трогаем, езжайте. Давай, топи тапку. Они нас не трогают, мы их не трогаем, всем. Они бы уже издалека б начали, если бы хотели. Конечно. Привет, коп. А я подъеду, повешу на ириску. Как раз C4 и уеду. О, куда? Это не джип. Вернись обратно на дорогу. Тэнли, да. Ты как сквозь машину прошел? Та фак. Лагаешь. Ребят, это откуда? Да, мне до тех чуваков, конечно, далеко, блядь. Как-то там, блядь, ну можно вид-то. Вау, заебись, блядь. Есть. Да ладно, нормально. Все, едем. Давай, Ли. Блин, у меня сейчас тоже лагерь, типа, машины летают. Вот на Эсгирла все время в перестрелках. Вот я не могу и понять, что она все время хоть бы как-то в режиме поиграла. Одни перестрелки все время, как не зайду, она в перестрелках. Вон можно Black Silver'у помочь доставить груз. О, Арс в игре. Ой, стреляй. Что за фигня, что они творят? Давай, ну. Лин вылетел в другую игру. Хотя. Так. Предупредительный, дай, короче. Вот так, все, вот всех пригласил, cover you. Давай, предупредительный. В голову. Почему в голову? Ну а как еще? Все, я от копов оторвался. Purple, cover you, bro, cover you. Вообще взяли, поцарапали мою машину. Че офигели. Страх потеряли, пидоры шерстяные вообще. Задавить вас не жалко. Это случайно. За случайно убивают нахуй отчаянно. Нескладно, зато топор живот. Вау, как красиво я зашел, а? О, скилл какой, а? Лагающий. Чувствуется? Хилман, ты чё стреляешь? Он лагает, он просто... Ой. Все свои здесь. А, я навожусь на Макс. Понятно. Свой он, блин, о, он мне уровень знаю, повысили, йоу. У меня уровень повысился, прикольно. Вот сейчас у меня вертолет просто в воздухе застыл и все.
А вот где Purple? Отфризило. Purple, ты где? Куда ты делся, Purple? Purple пропал. Коповская тачка просто сверху свалилась с моста. Так, мистер Грейндж с нами. Пиздец, чё пиздец? Харта там ничего не подрубил. Кто? Не, мы не подрубаем. Слышь, чувак, ты там не подрубил? Или покурил? Чё? Так, ладно, надо людей добавить, короче, в эту банду. Чё-то людей в банде не хватает. Так, ладно, друзья, кто там надо, сделал приглашение, давайте в банду. Кто у нас тут, блядь, с людьми тяжко, блядь. Так, Purple, давай садись, полетели в офис. Будем перемещаться на вертолете. Простите, пожалуйста. Ты чё? Что у вас... Чё? Наблюдаем за этим. У нас? Мы грузы таскаем, да. Бабки зарабатываем. Я стою. На Макса навожу. Ясно. Поэтому я кинул приглашение в банк. Слушай, Стэн, гоу, сделаем одинаковые костюмы. Так, все, полетели. Тебе нужна жертва. А что за прикол? Ну вон Макс ездит 09. Попробуй сделай из него жертву. Ну что, посмотрим, что из этого получится, бля. И кто будет жертвой? Давай вот такие костюмы в стиле сафари. Да не, я свободно на Макса, на Варгуарда, на Лену, на Леонида, на четверых сразу нападаю. Я больной, мне можно. Блядь! Блядь, вертолетик, вертолетик, не умирай! Мой личный транспорт украли, да у него вид остался нахер, блин. Мой транспорт. О, смотри! До сих пор стоит здесь машина, странно. Илман тоже, конечно, всем хочешь, да? Никто не хочет в мою банду заходить. Блять, сука, обидно. Никто меня не любит, никто не уважает. Пойду я на болото, наемся жабаня, да? Сначала броники надо достать. Да, прожимай броники, сука. Полюбасу, тёлка, чё ты встала? Я, когда я захожу, ты должна... О, Лакомба, привет, братиш! Сколько лет, сколько зим, блядь. Сегодня Лакомба у нас без... И Хилмана пригласи, если он захочет. Вау-вау-вау-вау-вау, выход. Надо Лакомбу пригласить в банду. Покинул, чтобы быстро вас долго не искать. Я согласен войти в банду. Ща, погоди. Вы чё дичь втираете какую-то? Давай, другу кинул там, все. Лакомба лови. Какая дичь. Сейчас так... До хаты, короче, там создаем. Давай. Ой, у нас тут айдженовцы появились. А чё такое против айджена имеешь? Да хуя, но не против всех. Против единиц. Против единиц. Да просто пару долбоебов ассоциируется с этой бандой. Без обид. Да без обид. Олег, кинь еще раз. Мы просто есть тут. Парочку долбоебов. Сейчас подожди, Лакомбу кину. Лови. Так, Евгений стреляется. Лину давай еще. Ой, Лину, блять. Ебать, какой-то ромпер кастер, ладно, похуй. Лину, ты чё, в доту переиграл? Какая дота? У меня тачку размотала. Я не знаю, что такое дота. А, блин, а я думал, где эта фигня-то? Я не в курсе, что такое дота. А, открой. Всё, пацаны, это хаты. Давай. А то Вестер тормоз какой-то гребаный. 4, 2, 1. Все, поехали. Вперед. Стэнли вышел. Куда вышел? Я открыл, садись. Почему сессия гуана? Нормально все. Гуана — это напиток такой. Гуана вообще-то это не напиток, блядь. Это дерьмо.
на одном говно, из языков Африки. Гуана — это напиток. Ну да, действительно. Но для кого-то это напиток, для кого-то говно. Да, вообще-то в Африке гуана — это, блядь, помет, это мышей, блядь, как эти, летучих. Ну так, хуйня, правда. Так а в Азии это, короче, напиток. Ну у них... Они все жрут, согласен, они дерьмо жрут, им похуй, блядь. Это азиаты, они знатные говноеды. Азиаты. Гуана — это напиток из игуаны. А. Да насрать, ёптать. Я еще жить хочу, блядь. Я сейчас уже блядь жрать буду. Самогон — нормальная тема. Ну о чем я и говорю? Не, ну. А то. Я люблю портвейн красный, крымский. Фирма Массандра, блядь. Портвейн? Вот. Ну, Массандра-то, конечно. Ну, а то чё, конечно? Ты в курсе, что Массандра теперь всё делает, всю продукцию из винного материала? Это не вино. Просто привычка. Хорошее вино сейчас уже с днём со днём не сыщешь. Редкость, да. Бери бутылку. У меня да? есть парочка бутылочек. Не, ну... Ну не знаю, мы вот смотрели, короче, даже, допустим, если смотреть в магазинах, допустим, те же крупные Ашаны, там всего 2-3 бутылки, всего действительно вино без... Мерлен Бордо, короче, 1809 года, знаешь такое? 1809, это уже не вино, это параша. Ждал. Это уже не вино, это параша. Это коллекционер, это коллекционное пойло. Так показывает практика. А сколько одна бутылка стоит? Очень много. А, ну ты про это. Нет, почему? Есть хорошие вина. Не, понятно, что там всякий кристалл, майет. Ну, блядь, мне они не понравились. Я сколько их пил, блядь, не понимаю этой хуйни. В итоге, мое любимое Абрау Дюрсо, блядь, и ново нахуй, блядь. 30 тысяч лишних. Я до хаты еду и создаю, пацаны. Так. Давай, ждем тебя только. Так, так, так. Все, беру ящичек какой-то. Йоу-йоу-йоу. Это я над тобой сейчас пролетаю. Так, куруму проверили, пацаны? Куруму проверили? Есть там? Да, заряжено? Я восстановил. Заряжено, я да? Все. Так, а у нас третий груз, кидай, почему не берем? Там лежит. Да. Не можешь наем сейчас кинуть? Еще раз, чё? Наем. Силу, силу рабочую. Денис, тебе? Не, ну у меня сейчас в деле, во-первых. Ой, а мы вдвоем всего. Пиздец, ладно. А где третий? А где третий, блядь, сука? Вылетел. Ладно, давай, поехали. Вдвоем. Родион, это не ты говоришь. Говорит все время Ким Кирбис, если тебе это интересно. Это ты, да? Да, это я. О, Лакомба! Буду знать. Блять, увидели Лакомбу, тут уже полчаса играет, блять, уже грузы вводит. О, Лакомба, блять! Я вылетел. Ща, погоди, я красиво тормознусь, блять, это будет шикарный видос. Да, вижу сходняк как... сегодня, да? Ну так, сегодня все свои, сейчас JD, подожди, приглашу. JD зашел. А я что-нибудь не заходит, странно, блядь. А Дима давно заходил? Был как-то на... Было, какой? Дело, был. Какой Дима? Ну, это наш Дима. Ну, какой Дима? Да, кстати, и как он там поживает? Был ваш, станет нашим. Да, нормально. Перевербовка. В Питере все нормально. Но он же сейчас в эту хуярится. Как его, блядь? Вот эту игру, которая вышла, ебучая, как она называется? Крю. Какая? Ну, блядь, которая Blizzard выпустила. Вот. А, Overwatch. А, вот да. Это. Да. Пидервоч. Я тоже в нее рубаю. Да, Пидервоч, да. Пидервоч, реально, Пидервоч, да, да. Пидервоч. Пидеры смотрят, блядь. Игра от Blizzard Пидервоч. Игра от фирмы Пидерс. Пидерс Вотч. О, овчарка. Блин, я ничего из-за них не слышу. Говори, Денис. Да я ты нас замуть просто, знаю. Слышь, чё? Мы все время говорим, замуть просто, и все у нас. Нас просто много здесь на сервере, человек 8-10. Так, ну мы точно так же. Давай, я тебе в дверь звоню. Чё? Так, ладно, чё, в банду кого там? Кто-то в банду просился. Кто меня там узнал? У нас людей, блядь, не хватает в банде, блядь. А, тебя, Макс, ты решил все-таки поучаствовать? Сейчас, чё, подожди. Дима, ты что ли? Хватка людей в банде.
Нехватка, голод, кадровый голод, ёпта. А вы завтра пойдете голосовать? Кстати, а? Конечно. За кого? И кто же, интересно, за кого? А вот это уже вас не интересует. Не, почему? Нихуя интересует. Вдруг ты за Единую Россию будешь голосовать, блядь? Это, блядь, уже интересно. Это же моя политическая... Блядь. Позиция. Сейчас, подожди, сейчас я сяду и приглашу. Да ну, не за Едораса, конечно. Я тебе в дверь уже заебался звонить. Не, Едорасы, конечно, нахуй идут, это понятное дело, блядь. Суки, пидоры, шерсти. Рейвен. Так, это свой. Чуть Лина не завалил. Вертолетик, вертолетик, не надо так садиться. Я думал за зеленый. Твою мать. Рейвен, я тебе заебался уже в дверь звонить. Сейчас, подожди, так. Сука, копы не отстают, а? А почему я не могу? Почему я не могу? А какая работа идет? Блять, у нас еще один груз же, ёптать. Сука, я забыл, нас же двое. Слышь, Лакомба, ты за грузом полетел? Нет? Блять. Да я пытаюсь все от копов свалить, они, сука, зажали меня здесь. Так, сейчас мы... Сейчас я что-то придумаю. Ой, а у меня вертолет больше не летает. Все, пиздец. Да твою мать, короче. Давай подвезу. Блин, да что ж такое, а? Обаные, блядь, три машины, а? Ладно, сейчас. Народ, Лакомбу прикройте, блин. Я не заходил давно уже, позабывал все к ебеням. Так, Лин, ну, так же, как и я, да. Давай, сажусь, Лин. Поехали, где там Лакомба? Давай, сейчас быстро будем нагибать. Ой, куда ты едешь? Нам прямо надо ехать. Да игра как-то перестала развиваться. Стали выпускать какие-то мелкие дополнения, ненужные совершенно. Вместо того, чтобы крупное что-то въебать. Ну, если мы... Зачем тебе обновление, когда есть мы? Ну, это само собой. Так, сейчас это к игре прилагается. Я сейчас тебе дам. А, вот, давай пометки едь, короче, Лин. Слышь, Лакомба, ты вези груз, а мы пометки поедем. А, стоп, надо Лакомбе помочь. Лады. А, за тобой сейчас копы? Сейчас я от копов уйду быстро. Сейчас. А, ну давай, ну, все, да, давай, да, пометки, да, тогда. Слышь, Лин, пометки. Где давай, метки? По зеленой, поехали. Направо. Направо, да. Направо, налево. Налево. А что там, грузовой? Мы возим грузы налево, направо. Володя, Ирбис, Родион, Блэк Сильвер, привет, парни. Да, здорово. Так, налево сейчас, налево. Ладно, едь прямо, опять налево. Ага. Налево, прямо. Ух ты, как ты лагаешь, Лин, нехило. Все, вот он, грузик, давай, еще. Стоп-пэ. О, давай проедь прямо про него, я его должен взять. Нет, не взял? Тупая хуйня. Все, взял. Так, давай сейчас, короче, я тебе маршрут дам. Родион мимо пролетел. Все, давай, по маршруту поехали. Сейчас, Макс, подожди. Так, Владимир, ну, что, я думаю... Владимира давай тоже добавим в друзья. Слышь, Владимир, запрос прими. Чтобы мы знали, что ты свой. Слышь, Владимир, ёпти, бля. Ну я же не так сказал, я сказал, Владимир, прими. Прими запрос. После сказал, имени Владимир уже как бы. Я же не сказал, слышь, ёба, принимай запрос, гнида. Нормально сказал. Блять, спасибо, парень. Имени Владимир. Сорян. Ёбни меня в грудь. Он поворотник не включил. Ладно, я добегу. Вот, JD, привет. Так, да. Привет еще раз. Да, я просто не слышал. Не... Твой голос редко. Розовый свой? Кто розовый? Розовый, помню, когда пидор был шерстяной. А, пидор шерстяной ушел. Еще раз. JD свой, рус. Задавил своего. Да, слышь, такая тема, что, по-моему, сейчас все друзья практически. Кроме тут человек 6-7, все свои. Парни, вот который на красном инсургенте, он свой, нет? Да, это Макс. Ирбис возле тебя, который. Да, это Макс. Он меня что-то ёбнул. Ну, теперь ты... Ну, ладно. Володя, привет еще раз. Ну, ты можешь попытаться, конечно. Ух ты, мне ранг в банде дали 207. Вау, я крутой. Все, самоубивайся. Так. Нет, Романс, мы за своих тебя не принимаем по одной простой причине, мы не убиваем же тебя. Чё ты паришься? Так, чё там чё у тебя, мне плёнка, Макса, да, приглашают? Да, Лина тоже. Сейчас, да, Макса.
Обалдеть, неизвестная сетевая ошибка. Просто ошибка, неизвестная сетевая ошибка. Так, Лин, я тебя кинул запрос. Неведомая ебаная хуйня. Неведомая ебаная хуйня. Именно. Да нет, постреляться, идите на пляж, какие проблемы, да и все. Да, в одиночку меня выкинул и все. Бля. Да на пляж просто едьте, там стреляйте, с чего. Здесь все свои. Еще раз кинь приглас. Че, Лин, не пришел тебе приглас? Сейчас. Все, я выслал всем. Выслал. Выслал всех, блядь. На хуторок. На хуторок близ Диканьки. Да, лови. Заслал, послал. И нахуй. Уебал. Как-то убрался нахуй, сука, да, блядь. О, какие-то шлюхи, блядь, мимо нас были, пиздец. Ну ё-моё. Смотри, сейчас будет красиво. Смотри, сейчас как. Сейчас будет красиво. Смотри как. Опа! Ой, Лир, привет еще раз. Ты решил с нами поиграть? Привет, тёлка. Пока, тёлка. Опа! Апперкотик, как, а вошел? Еще 17 баксов поднял. Я красавчик. Надо, так а ты пойдешь на выборы, Олег? Да. Не, ну я против Единой России, конечно, буду голосовать. Это там один хрен голосуй, не голосуй. А за кого, интересно? Нет, вариантов немного, короче. По нашему городскому округу я буду за ЛДПРовца голосовать, а в общем за КПРФ. Все-таки за ЛДПР? А, нет, это по нашему округу, у нас просто пацан в городке, он нормальный, а так за КПРФ? Но он от ЛДПРа, блядь, просто от города Краснонамеска, он ЛДПР. Выборы, выборы. Не, ну кандидаты, в принципе, да, четко. Я да. В прошлый раз за ЛДПР голосовал. Вот, но не за идорасов точно, идорасы идут нахуй, пизду долбоёбы. Сука, всю страну уничтожили, блядь. Уже воруют, блядь, сука, квартиры, блядь, уже целые квартиры, блядь, денег, нахуй. Уже не знают, куда деньги девать. Когда мне понравилось, в Саратове или в Самаре взяли чувака, в квартире у него 20 миллионов рублей. Он, блядь, настолько тупой, что он не знал, куда их потратить. А, да-да-да, читал. Это помнишь, читал. Ну какой-то а такой. Шивалова, да, купи, сука, Rolls-Royce, гнида, блядь. Положи на счет в швейцарском банке, блядь. Я не знаю, что с ними делать, блядь. Убейся нахуй! Это, блядь, в стране жрать нечего, а у них там квартиры, да? Да я ебал, сухи, блядь. Я знаешь, и, блядь, потом мне рассказывают сказки про то, как где-то насрал в коляску, блядь. По-моему, кто-то упал. Или мне показалось. Кто-то мимо пролетел и взорвался. Так, ладно, все, я сейчас вертолет возьму, мне правда ногу отдавили нахуй. Ну ничего страшного, я думаю ходить смогу. О, Макс был. Что там качал тут этот Redux, этот мод новый? Какой? Чего? Ну новый мод вышел, улучшающий визуальную составляющую игры, там даже физику затронули. На что? На, ну, на GTA 5. А нет. Да он небось на производительность очень сильно повлияет. А хрен его знает. Ну там так все ярко. Где его брать? Качайте. На сайте получается GTA 5 Redux называется. Redux. На офсайте что ли? Ну да, в гугле вбей. А, ну хорошо. Так, убил каких-то пидоров. Ну, ни хрена нет, такого нету. Ну да, часть, да, да, да. Так, груз взяли? А, еще один груз надо взять? Сейчас. Или там машина груз? Машина, да, машина. Да, машина. Давай, я вроде всех убью. Ну, у нас машины мощные, нам похуй. Вау, кто-то на самолете пролетел. А, это Элир опять, как обычно, тут зажигает. Да что, друг друга не трогаем, да, мужчины? Да, мы никого не трогаем. О, 9 косарей дали. Если ты хочешь, ну, кого-то считаю. Трогать, то как бы договаривайся, иди на пляж. Ну или там где-то там вместе. Вон, трогай кого-то. Вон, с картом там пристреливаются, вот у них там уже на час, наверное, где-то. О, риск. Риск какой-то. Риск, да что-то знакомое, Рикс. Я карабульками по этого пошебуршу. Нет, и главное, наши грузы не шебурши, остальное все хуйня. Макс, не, что-то не, уже. У меня свои. Ни хрена себе ты врезался. Может, вас лучше забрать? Блять, меня на Макса наводится. Черт, Макс,
Да, да, видел. Извини. У меня просто на тебя навелось. Блин, он Макс за ними едет, а мне на навелось Макс... на тебя. Хорошо, хоть не встал. Сука, блядь. У Макса... Блядь. Ёбаный насос. Да что было, блядь? О, полегче, ёпте, блядь. Микрофону, походу, сидит. Не-не, вытащи микрофон. У меня плохой микрофон, но чтобы такой, блядь, микрофон. Что вы такой? Максик, спасибо за подталкивание. Очень кстати. I cover you, бро. Он вообще не едет в фургон. Я ковер... Я, у Макса ковер, очень сексуальная ковер машина. Воу, за вами какие-то крутые лохи едут. Ух, нихуя себе я подсёк их, а? Сука, скилл, блядь. Ты не спалился! Пасть закрой, не, надо, блядь. Дружище, давай ты помолчишь, а? Cover you. Я так и не понял. Что это за Алекс Брейк какой-то 2016? Ты чё тормозишь? Брейк, и тормозись. Сука, блядь. Начинается очередное какое-то чмо, блядь, иностранное, да? Ну-ка, сука, блядь, repeat, please. О, Глобомир, привет. Тоже младший зашел. Ну-ка, сука, блядь. Сука, блядь, repeat your phrase. Animal. Скажите его ник, и мы улетаем. Разъебывать. Центр шторма висит. В идеальный шторм попал, знаешь, такие последние фразы, типа, пацаны, блядь, пизда рулю. Все, нахуй, погибай. Ой, слышь, мы кого-то забыли, по-моему, да? Вау, слышь, там... Вау, там инсургент возле нашего, блядь, только не в здание. Йо-йо-йо, возвращаемся, нашего могут прессовать там. Вау. Да-да-да. Не, фачерита... Нет, Макс убил. Тело убил, Макс убил тело. Так, наш где? А, Лакомба, все, с Максом. Так что, Олег, Макса берем, Макс? Ну нет, Макс вышел что-то из банды, он, наверное, хочет сам по себе играть. А-а-а. Ну, наверное, да, да. How to mood? Press Alt and F4. And fuck off. Okay, if you need mood, people, okay, press Escape after Go Network. Network C players. Push players after C Nick players. King Irbis on other players. Push and you see, блядь, ебаный в рот, мут. А, блядь. Так бы и слушал тебя, ёпти. Нормально, хороший английский, нормально. Не, ну чё, красава. Бля! По-моему, это лучше, да. Самое то. Fresh Time предлагает мне вступить в банду. Ну нахуя, у меня своя же банда есть. Мы сами бандиты, блядь, гастрит. Не, я считаю так, вот есть банда у тебя одна, вот в ней и есть. А нахуя куча банд? Как-то, блядь, неправильно это. Вербует просто, нет людей у него. А мне, кстати, Fresh Time тоже какая-то пришла банда. Да, мне тоже скинул какая-то. Тоже скинул, да. Мы все здесь, мы никуда не ушли. Здесь все, блядь, Дюша, Митёкин и куча отмороженных типов. О, Пёрпл вернулся. Пёрпл снова с нами. Блин, слышь, мы вообще во все в одной сессии, вообще практически все, кроме Ани. Анич нас кинул. Может быть, как поступить Лена и удалить её из друзей? Прискорбно, да? О, большой кот пришел. Так, малая вина себе пинулась. Принц. Не, ну маска спасла меня от смерти. От тупорища. Куда его? 11 часов вечера. Пиздец, мы играем уже 11 часов вечера.